Урочистые церемонии, приемы и встречи с нагоды Дня памяти проводить и буйные предприемства и ведомства. Сегодня ветеранов войны в Афганистане ушановывало областное управление департамента охоты. Мероприемство с нагоды Дня памяти воинов-интернационалистов прошло в средней школе номер 25 города Гомеля. Ветеранская организация областного управления охоты наличивая 57 ветеранов войны в Афганистане, 8 из них узнагороджены орденами Червоной Зорки. 43 ветераны-афганцы зараз працюють у подразделениях аховы. Гэтыя люди – сапраўдный приклад мужности для школьников, многие из яких неўзабаве сами будут працаваць у силовых ведомствах и оборонять радзіму. Здесь наши профильные классы. Дети, которые через год-два идут в большую жизнь, поступать будут в институты, университеты и так далее. Поэтому это, конечно же, хорошо. Это патриотическое воспитание. И то, что они работают, они своим примером показывают, что достойные, хорошие люди нужны стране. Хочется пожелать нашим воинам здоровья крепкого, в первую очередь, счастья им, семьям, всего самое доброе, поблагодарить за ту службу, которую они внесли в дело развития и укрепления мира. Ветераны войны отримали памятные медали 30 годов выводу советских войск из Афганистана. Память загинувших воинов ушановали хвилиной молчания.